Приветствуем всех болельщиков регби в Москве на стадионе «Слава». Сегодня здесь дождливо, ну, по крайней мере, было дождливо в течение практически всего дня. Сейчас, слава богу, дождь прекратился где-то минут 40-50 назад в районе стадиона «Слава», ну и в близлежащих районах Марьиной Рощи и другие, да, дождь закончился. Будем надеяться, что не возобновится, это будет уже в субботу, именно в субботу эти команды сыграют. А пока смотрим за матчем Центра подготовки спортивных команд и сборной Республики Татарстана. Главный арбитр встречи Валерий Яковлев дал уже свисток, и Полина Иконникова у нас сейчас была с мячом. Все, она ушла в землю. Сразу бы, если бы, когда она еще на ногах стояла, она бы развернулась. Сейчас попытка, кстати, должна быть. Это Пестова, да. Пестова 5-0. А мы к моменту этому вернемся, конечно. Подготовки спортивных команд есть Дарья Нарицына. Правда, номер у нее нулевой. Я не знаю, надеюсь, это не ошибка. Нарицына есть в заявке. До этого ее в двух матчах не было. А это проход Анны Трешковой. Вот здесь, смотрите, она все правильно делает. Здесь уже, да, сохраняет. И вот здесь, когда подбегает защищать, не нужно было, конечно, отдавать. Магомедова встала бы просто на Трешковой. Следующий игрок бы мяч тренеру Мардеевой выводить на Ефанову. Ефанова играет вперед. Первый тайм на этом завершен. Отправляемся отдыхать. Игроки побыстрее в раздевалке, чтобы спрятаться от дождя. Первого тайма, когда просто, ну, стеной стоял. Будем надеяться, что все-таки он со временем, в ближайшее время закончится. Ну и, соответственно, у нас пока 5-0, а у Татарстана почему-то 4 игрока, да, у нас только оказались. Или нет, или нормально. Нет, нормально вроде бы все. Мол, и первый мол мы в этом матче видим. До этого не получалось, был блок два раза, а сейчас давление идет. Центр подготовки спортивных команд двигается, ну, здесь надо уже заносить. И это происходит. Кто занес, я не пойму, но, по-моему, Александра Ефанова. По-моему, Александра Ефанова заносит попытку. Ну вот, пожалуйста, тяжелейший момент, конечно. Мол, для девушек это все не просто, поверьте мне. Вот смотрим, Ефанова вбрасывает. Здесь отлично все и с лифтом, и с ловлей Трешковой. Мол сформирован, и вся эта конструкция пошла. Ефанова у нас справа, 17 номер, рядом. По-моему, это вышла как раз Светлана Кирли на замену. Вот рядом с ней Кирли, здесь Мардеева как раз правой рукой за шортик пытается двигать всю конструкцию. Шорты как раз до Ефановой. И да, Александра Ефанова, все 100% это ее попытка. Владеет мячом сейчас на Татарстан. Пик-н-драйв пошел. Там есть люди, которые могут вполне в этой ситуации продавить. И смотрю на Яковлева, нет попытки, мяч оказался у Алсу Мардеевой в итоге. Нет, у нас на этой бровке Кукушкина, конечно, прошу прощения. Валерия Кукушкина. Попытка. Это попытка. Видите, как получается. Но мы сейчас не разберемся, кто ее занес. Опять же, с автором попытки надо будет уже после игры разбираться. Не забивает Гульнас. Время еще есть или нету? Нет, времени нет. Все. Побеждает Центр подготовки спортивных команд со счетом 10-5. Но отдаем должен Татарстану. Очень хорошая игра.